Сантол. Відновлювані присадки до масел представляє програму для автомобілістів «Бардачок». Генеральний партнер програми «Бардачок» – Харківський м'ясний ряд. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов «Бардачок», и на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. В дополнение к недавно подписанному президентом закону, ужесточающему ответственность за нарушение правил остановки и стоянки, свою лепту решило внести Министерство регионального развития. Если министерская инициатива воплотится в жизнь, то у автовладельцев начнутся проблемы с парковкой в жилых микрорайонах. Министерство региональной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует утвердить новые государственные строительные нормы, запрещающие обустройство парковок для автомобилей внутри жилых кварталов. Об этом заявил замминистра Лев Парцхаладзе на своей Facebook-странице. Он считает, что вместо множества припаркованных автомобилей, занимающих любой свободный пятачок во дворе, следует устраивать детские площадки, разбивать газоны, а паркинги выносить за пределы жилых кварталов. Ну и как всегда обосновывается такое решение пресловутым европейским опытом. Против такого аргумента, как европейский опыт, конечно, мало что можно противопоставить. И тем не менее. Для начала успокою автовладельцев. В проекте министерства идет речь только о новостройках. То есть разрешение на застройку будут выдавать при наличии в проекте вынесенного в сторону жилых домов паркинга. Уже застроенных кварталов это никак не коснется, но у чиновников все же есть желание навести порядок с парковками на придомовой территории. Особенно это касается гаражей, понастроенных во дворах. Вот только вряд ли сегодня законно с этим явлением получится бороться. Что же до паркингов вне жилых кварталов, то специалисты по урбанистике высказывают серьезные сомнения в реализации такой идеи. Во-первых, против идеи Минрегиона работает современная украинская культура пользования автомобилем. Мы настроены на то, что машина стоит поближе к порогу своего дома. Иначе какой смысл в автомобиле, если к нему еще нужно куда-то ехать на велосипеде или другом транспорте? Во-вторых, количество автомобилей постоянно растет. По некоторым оценкам, за последние два года автопарк крупных городов вырос на 20%. И немалая в этом заслуга пресловутых евроблях. И эти машины тоже нужно где-то парковать. Организованных парковок никогда не хватит на постоянно растущее количество автомобилей. Потому всегда будут желающие поставить свою машину поближе к дому. Ну и в-третьих, стоимость пользования паркингом – серьезный ограничитель для наших сограждан. Даже при нынешних 20-30 гривнах за ночь на охраняемой стоянке очень многие владельцы выбирают бесплатную парковку во дворе, пусть и рискуя сохранностью авто. Так что если с новостройками еще что-то получится, то заставить жителей старых районов поменять свои привычки практически невозможно за короткий срок. Ведь строгость наших законов компенсируется всеобщим их игнорированием. Машини вони примхливі, мастилими та паливом перебирають, влітку їм одне потрібно, взимку інше, а мені багато не треба, щоб смачно, корисно і ніякої хімії. Харківський м'ясний ряд. Ковбаси та м'ясні делікатеси тільки з натуральних інгредієнтів, за класичною рецептурою. В дорогу і на роботу, на святковий стіл і для пікніку. З усіх правил харчування найголовніше – бути у правильному ряду. Харківський м'ясний ряд. Великий вибір, добрий смак. М'ясне. Сої немає. И еще про парковку. Закон, подписанный президентом, вступает в силу с 27 сентября. С этой даты нарушителей правил остановки и стоянки ждут весьма ощутимые санкции. Все штрафы пойдут в бюджеты местных громад. Интересно, сколько можно собрать денег, если начать штрафовать уже сегодня? Сразу скажу, что со счета сбился очень быстро. Для эксперимента был выбран очень типичный участок в центре города – пересечение улиц Гиршмана, Чернышевской и Алчевских. Когда-то сей объект даже носил статус площади, но потом его разжаловали в обычный перекресток. Вот только перекрестком такое назвать как-то язык не поворачивается. Здесь настоящий лабиринт из-за припаркованных автомобилей. Помнится, лет 10 тому назад автомобилисты возмущались машинами, стоящими прямо посередине проезжей части. Ни к чему хорошему эти самые возмущения не привели. Стоящие автомобили никуда не делись, вот только теперь они припаркованы на проезжей части практически законно. Судя по разметке, теперь это территория платной парковки. Реальное воплощение старой мудрости. Не можешь пресечь – возглавь. И как-то пофиг прямой запрет ПДД на остановку и стоянку машин на перекрестках.
Впрочем, не все стоящие таким образом машины находятся в пределах отведенной для парковки зоны. Вот этот внедорожник явно нарушает. Из-за него проезд здорово ограничен. Однако такие нарушители — это еще цветочки. А вот вторым рядом припарковаться — это уже заявка на победу. Ну и такое не самое страшное. Реально серьезную угрозу для безопасности движения представляют только те машины, которые припаркованы возле или непосредственно на пешеходных переходах. Вот это действительно беда. Из-за таких паркунов под удар, в буквальном смысле, между прочим, подставляются пешеходы. Внезапно появляющийся на переходе человек из-за стоящей машины – тот еще сюрприз для проезжающего переход водителя. И если из-за легковушки, стоящей с нарушением, пешехода хоть и с трудом, но вовремя заметить можно, то если перед переходом припаркован массивный внедорожник, тогда действительно сюрприз. И если вы, уважаемые телезрители, думаете, что такое здесь редкость, то вынужден вас разочаровать. Такое здесь скорее правило, чем исключение. А если учесть, что пешеходы, выходя на зебру, практически не смотрят по сторонам, то ощущения водителей в печатных выражениях описать не получится. Отдельного матюка заслуживают те водятлы, которые паркуются, абсолютно не задумываясь о том, как другим проезжать мимо них. И как талантливо находят они самое узкое место. При въезде на перекресток и при выезде с него такая умелая парковка особенно доставляет. Ну и никуда не делась традиционная проблема данного перекрестка – очередность проезда. Вот в этом узком месте постоянно возникают конфликтные ситуации. Согласно знакам приоритета, первыми протискиваются через узость едущие по Гиршману. Вот только к ним постоянно пытаются примазаться и выезжающие с верхней части улицы Чернышевской. Наверное, потому что с той стороны при въезде на перекресток почему-то отсутствуют знаки приоритета. Вот с ними постоянно конфликтуют те, кто едет по Чернышевской снизу. С той стороны знаки имеются. Думаю, если бы не узость проезда, риск столкновения в этом месте был бы поменьше. Увы. Шире он, похоже, уже не будет, потому при проезде этого перекрестка максимум осторожности. Ну а в завершении сюжета вернусь к подсчетам. По самым скромным прикидкам, с этого перекрестка можно собрать как минимум 3 десятка нарушителей. Если даже просто их оштрафовать на минимальные 255 гривен, то получится больше 7,5 тысяч гривен за час работы парковочных инспекторов с фотоаппаратом. А если самых выдающихся на штрафплощадку отправить? Очень выгодный для местных бюджетов закон получился. Сила тертя – найголовніший ворог будь-яких механізмів, у тому числі автомобільних. Тертя відбирає до 15% потужності двигуна та поступово руйнує механічні пристрої. Різноманітні мастила уповільнюють цей процес, але зовсім зупинити не в змозі. А Сантол може. Сантол – це нове покоління відновлювальних присадок до автомобільних масел, створено в Харкові. Діюча речовина «Алсіон» створює на поверхні тертя шар металокерамики, завдяки чому відновлюються геометричні розміри деталей та суттєво зменшуються втрати на тертя. Оброблення механізмів відбувається в штатному режимі експлуатації, після чого не тільки зменшуються втрати енергії на тертя, а й відбувається відновлення зношених деталей. Застосування присадки «Сантол» в двигуні автомобіля зменшує витрати пального, шуми та вібрації, збільшує потужність, а найголовніше – значно продовжує термін експлуатації агрегату. Звісно, вбитому вщент мотору ніякі присадки не допоможуть. А от в інших випадках двигун, оброблений «Сантолом», ще довго служитиме водієві. «Сантол» також виробляється для агрегатів механічної трансмісії. А не вздовж з'явиться «Сантол» і для гідравліки, тобто для гідропідсилювача керма та коробки автомат. Запитуйте в автомагазинах та на авторинках. «Сантол» – запорука вашого руху. Как известно, автомобиль не роскошь. Роскошь – это средство на его содержание. Например, сейчас обзавестись машиной на бляхах могут многие. Но вот содержать в исправности приобретение – это уже совсем другое. Свой взгляд на дороговизну эксплуатации автомобилей недавно обнародовала американская компания RepairPal. Компания RepairPal – это крупная сеть автомагазинов ESTO, имеющая филиалы во всех 50 штатах. Ежегодно в компанию обращаются миллионы американских автовладельцев за запчастями и обслуживанием своих машин. Собранная статистика позволяет экспертам RepairPal оценивать надежность той или иной модели, а также делать выводы о стоимости эксплуатации машины. Ежегодный отчет RepairPal содержит данные по более чем 200 моделям, представленным на американском рынке за последние 7 лет. На основе этих данных названы самые дорогие модели в разных сегментах авторынка. И хоть украинский авторынок от американского здорово отличается, тенденция все же любопытная получается. Итак, в классе компактных авто самым дорогим в обслуживании назван Volkswagen Golf GTI.
этот компактный заряженный хэтчбек обходится владельцу в США в среднем в $760 в год. При этом он ломается относительно часто. Владельцу придется доставить машину на сервис для внепланового ремонта 0,8 раза в год. Для большинства одноклассников этот показатель всего 0,4. А вероятность того, что неисправность будет серьезной, составляет 9%. Среди люксовых среднеразмерных седанов самым дорогим в обслуживании назван Mercedes C300. Он не только стоит дороже, чем одноклассники BMW или Audi, но его обслуживание за год вытянет из кармана владельца $1094. Вероятность посещения сервиса за год владения у него такая же, как и средняя в классе – 0,6, а риск серьезной поломки даже ниже среднего – 8%. В классе больших спортивных седанов самым дорогим в эксплуатации признан Mercedes-Benz S63 AMG. $1843 на обслуживание этой модели придется потратить его хозяину. Причем для этой модели отмечен высокий риск серьезной поломки двигателя – 15%. Среди бескомпромиссных спорткаров самым дорогим в обслуживании назван Porsche Cayman. Владельцу его эксплуатации обойдется в $2370 в год. Риск незапланированного посещения сервиса в течение года довольно высок – 0,9. При этом вероятность серьезной поломки самая большая в классе – 21%. Еще один Porsche стал самым дорогим в классе среднеразмерных кроссоверов. Модель Cayenne обходится владельцу в $1200. При этом средняя сумма затрат в классе – $869. Владельцу в течение года внепланово посетить сервис придется точно, и может быть даже не один раз. Статистика называет цифру 1,2 раза. Вероятность того, что причина такого посещения будет серьезной, составляет внушительные 17%. Среди полноразмерных внедорожников самым дорогим в обслуживании американские эксперты назвали Mercedes GLS 63 AMG. Сумма затрат владельца на эту модель составит $2009. К сожалению, по модели еще не набрана статистика характерных проблем и поломок, но эксперты отмечают, что вероятность непланового ремонта этого Мерседеса выше, чем в среднем по классу – 15%. Самым дорогим в обслуживании минивеном Repair Pal называет Kia Sedona. В течение года за его обслуживание придется заплатить $455. Конечно, по сравнению со спорткарами это смешная сумма, но все же. Вероятность непланового посещения сервиса невелика, всего 0,3 раза, а риск серьезной поломки для такого обращения – 8%. Вполне надежная машинка. Ну и какой американский рейтинг может обойтись без пикапов? В классе средних пикапов самым дорогим в обслуживании назван GMC Canyon. Владельцу его обслуживания выйдет в $576. Это всего на $5 больше, чем в среднем по классу. Вероятность непланового ремонта 0,3, причем в 11% случаев такой ремонт может быть серьезным. Лидером в стоимости содержания среди полноразмерных пикапов выступает Dodge Ram 1500. $863 за такую громадину в год – не слишком большая сумма. В течение года вероятность незапланированного ремонта невелика – всего 0,2. Но в 22% случаев такой ремонт будет сложным и дорогим. Дальше, извините, крик души. Не так давно все прогрессивное человечество стало свидетелем того, как робот-водитель убил первого пешехода. И хоть автономные транспортные средства непрерывно совершенствуются, уверен, это была далеко не последняя трагедия. Компания Waymo, разработчик беспилотных автомобилей, один из которых и убил пешехода, занимается автономными транспортными средствами уже более 5 лет. За это время автопилоты, созданные специалистами компании, в общей сложности проехали более 8 миллионов километров и продолжают тренироваться, ежедневно проезжая как реальные километры по дорогам разных городов, так и наматывая огромные расстояния на специальном симуляторе, обучаясь безопасной езде по дорогам общего пользования. Во время движения робомобиль следит за своим положением в пространстве с помощью GPS-навигации, а также использует высокодетализированные карты местности. За дорожной обстановкой роботу помогают следить датчики, рисующие картину окружающего мира с помощью лазеров, микроволн, инфракрасных камер. По словам создателей беспилотных авто, их машина видит гораздо больше, чем обычный человек за рулем. И после всего этого трагический случай на дороге. Автономный автомобиль сбил пешехода. Ну, скажу честно, случаем это могут назвать только американцы. В наших краях это не случай. Случаем у нас, пожалуй, можно назвать аналогичную дорожную ситуацию, при которой пешеход уцелеет. Обратите внимание, на обнародованных полицией съемках камеры робомобиля четко видно, как человек выходит из темноты на дорогу. Его ноги появляются в поле зрения камеры за 15 метров от машины. При скорости около 40 км в час робот попросту не успел отреагировать на внезапное препятствие. Со всеми своими лазерами и радарами. Что уж тут говорить о человеке. Время реакции реального живого водителя в таких условиях примерно 1,5 секунды. За это время машина, едущая со скоростью 40, проедет никак не меньше тех самых 15 метров. То есть у пешехода ни малейшего шанса. Водитель-человек даже тормоз нажать не успеет. Что отлично продемонстрировала запись.
Наши люди, выходя на неосвещенную дорогу, почему-то абсолютно уверены, что у водителей глаза ноктовизоры и реакция мангуста. Вот как донести до ума пешеходов, что если они ночью видят машину, то это абсолютно не значит, что водитель видит их? Как заставить использовать светоотражающие элементы на одежде? Честно говоря, не знаю. В рамках действующего законодательства, пожалуй, никак. Вот почему автономные самоуправляемые транспортные средства в Украине – це фантастика. Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, ни гвоздя вам, ни жезла.